Берлинская прокуратура начала предварительное расследование в отношении корреспондента российского Первого канала Ивана Благова. Об этом ДВ сообщил немецкий адвокат Мартин Лютле. В январе он обратился с ходатайством проверить законность сюжета Благова о предполагаемом изнасиловании в Берлине русскоязычной девочки мигрантами из арабских стран. По мнению Лютле, телесюжет служит для разжигания межнациональной розни. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла с визитом в столицу Турции Анкару. В повестку дня включены переговоры с турецким премьер-министром Ахметом Давутоглу и главой государства Реджепом Таипом Эрдоганом. Основная тема переговоров – сокращение потока сирийских беженцев в Европу. На экстренном заседании Совбез ООН единогласно осудил запуск Северной Кореи ракеты дальнего действия. В совместном заявлении по итогам встречи указано, что в ближайшее время будет принята резолюция по санкциям в отношении Пхеньяна. Южная Корея, Япония и США разработали текст этого документа, в котором предлагается применить ряд беспрецедентных санкций. Накануне кульминации карнавального сезона в Германии, Бешеного понедельника, из-за штормового циклона были отменены традиционные праздничные шествия в Дюссельдорфе, Майнце, Мюнстере, Эссене и других городах Германии. Карнавальная столица страны, город Кёльн, несмотря на погоду, не отказался от шествий массовых гуляний. В Рио-де-Жанейро на так называемом самбо-дроме «Маркиз де Сапукай» прошел конкурс-парад школ самбы, который является центральным событием карнавала. Победители будут объявлены в день завершения карнавала 9 февраля, в так называемую «Пепельную среду». Этот день совпадает с началом католического Великого Поста.